как и все, просто пришла пробоваться к Евгению Борисовичу в театр «Самарская площадь». Это было 5 лет назад. Вот. Он подумал и взял меня. И все, и как-то сразу так все закрутилось. То есть у меня сразу появились роли, я сразу влилась в коллектив. К слову сказать, мне очень понравилась труппа, поэтому я как-то в первый день, когда пришла на сбор труппы, сразу поняла, что это, наверное, ну, действительно мой театр, потому что я почувствовала это. Ну и вот как-то уже 6-й сезон я работаю. Я на самом деле очень испугалась, мне такая первая роль была странная. Это был один из моих самых любимых спектаклей на сегодняшний день. Это был «Русский литература». Это спектакль современный, Максим Осипов автор. И вот мне там предложили интересную роль, это роль секретарши. И у меня был вот такой вот парик, но он сейчас есть. И, в общем, это такая несвойственная для меня роль. В институте я как бы не играла ничего такого. И для меня это было так страшно, я не знала, что мне делать. Ну и как-то я решила, да, просто кинуться в это. Ну, я просто доверилась Евгению Борисовичу. В общем, мне кажется, получилось так мило и смешно. В итоге он мне дал еще 2 дополнительных роли в этом спектакле, которые вообще не прописаны в пьесе. И поэтому, мне кажется, это такая удачная и моя первая такая любимая роль. Первый раз я вышла на сцену на первом курсе. Поэтому, а вот первый раз, когда я вышла на сцену театра «Самарская площадь», это тоже было постепенно, потому что сначала меня ввели просто на роль без слов. И я как бы ходила там в маске, никто даже не знал, кто этот человек там ходит по сцене. Поэтому как-то все так постепенно. Не было такого прям вау, я вышла на сцену. Нет, как-то все очень плавно прошло.